Ну и на ушах там слегка ушки ерунда. Можно только хладную шину обрабатывать, а вот. Фрукт тот еще. Справиться мы с ним пока не можем. Даже в сумку позора. Дрался, может, с котами. Сейчас посадим его в клетку, куда осматривать. Он мотался под машинами. Так, откуда тут кровь? Пока ничего не видно, таких внешних повреждений. Поэтому ему больно. Что вы бунтуете, молодой человек? Я понимаю, что вы боец. Задержу у себя, потому что за тобой надо пронаблюдать. Ну куда ты с такой лапой? Тебя, возможно, машина сбила. Ты мотался через дорогу. А если тебя совсем раскатают? Мне будет очень жаль. Потому что ты мне очень нравишься. Мы сейчас переместимся в стационар, там быстренько обработаемся. Коллега, не уходишь? 16:12. Кот себя плохо ведет. Да, ведем очень добро. Но он кот боец. Чем помочь? Ничем. Ничем? Кот боец и... Это банальная истерика. Сейчас пока придержите, товарищи, сейчас коллегу позову, да, что вас подтаживать. Кот, ну ты чего? Ну ты чего, мой хороший? Нет, ты сиди, меня не кусай. Меня не кусай. Что-то прищемили? Нет. А может, ему шею прищемили? Нет. Если меня сейчас возьмут удары, я буду орать еще громче. Вы он попал под машину, но теперь понятно. Он был весь в ветках. Видимо, они клубком катались, коты, и грызли друг друга. Надо было мне тебя раньше чикнуть и пристроить. А я вот все думала, чей-то.